Hola, amigos! На связи Матвей. Играя в Black Rush со своими подписчиками, я заметил, у них часто появляются проблемы в выборе и покупке жилья на сервере. Да, ведь игроки в основном думают только о работе, о покупке машины и о покупке оружия, а про недвижимость они просто забывают. Я решил исправить данную ситуацию и составил свой рейтинг из 5 лучших недвижимостей для приобретения в КРМП Mobile Black Rush. Оценивать недвижимость я буду по трем критериям. Во-первых, это отдаленность от центра, во-вторых, это внешний вид, ну а также цена-качество. Да, ведь в КРМП Mobile Black Rush достаточно большой сервер и имеет уйма интересных локаций. Давайте в этом разберемся. А перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы впервые на моем канале, обязательно оформите подписку. У меня лучший контент по Fortnite Mobile и КРМП Mobile Black Rush. Также, если вы до сих пор почему-то не знаете, что такое Black Rush, то, ребят, не беспокойтесь, для вас я оставил специальную ссылочку в описании, на которую вы можете нажать, скачать Black Rush бесплатно на любое Android устройство всего лишь в 2 клика. Добавляйтесь в наш Discord канал, в нашу беседу ВКонтакте, которая находится в нашей группе, будем играть вместе, я вас могу принять в свой клан. На данный момент это лучший КРМП проект на телефоне, ребята, если вы устали играть в Fortnite, то можете расслабиться, поиграв со мной в Black Rush. Ладно, думаю, вы меня поняли, давайте перейдем к сегодняшней теме. Итак, 5 место в нашем рейтинге занимает недвижимость в самом южном городе на сервере. А конкретно в пример я буду брать обычную квартиру в центре южного города в обычной 9-этажке. Первый минус – это сам дом и его окружение выглядит не очень. Обычный пустой двор. Ну и ничем не примечательный обычный советский дом. Как вы можете заметить, квартиры тут считаются за средний класс. В квартире всего лишь 2 комнаты, но при этом сразу заметен плюс. Квартира стоит всего лишь 450 тысяч рублей. Это меньше, чем 500 000. Ну и ежедневная кварплата всего лишь 3000 рублей. Думаю, если работать даже водителем автобуса, можно накопить на такую квартиру и стабильно ее оплачивать. Да, минус, как вы можете заметить, что от центра этот город достаточно удален. И ехать до центра, если у вас не ламба, придется долго. Четвертое место в нашем рейтинге занимает покупка недвижимости в достаточно небольшом селении, даже можно так сказать деревне, под названием Горель. Не знаю, как вам, но я могу точно сказать, мне достаточно нравится окружение данных построек, да и сами домики выглядят мило. Да, селение маленькое, как вы можете заметить на записи, я за один раз проезжаю всю деревню. В этом даже есть свой плюс, потому что здесь не так уж и много народа. Тип такой недвижимости называется деревенский домик, имеет также 2 комнаты, но при этом стоит всего лишь 300 тысяч рублей. Ежедневная кварплата всего лишь 1500. Согласитесь, если сравнивать домик в южном городе, это намного лучше. При всем этом, данная деревушка находится достаточно близко к центру. Тут даже неподалеку есть целых 2 автосалона и 1 мастерская. Но, к сожалению, это понимают все игроки, поэтому вся недвижимость в этой местности уже куплена. Может быть, на вашем сервере иначе. Середину нашего топа забрал достаточно популярное место в Black Rush под названием Рублевка. Да, крутые дома, близость к центру сразу дает о себе знать, что тут недвижимость не для простых людей. Почему я дал этой недвижимости всего лишь 3 место? Сейчас объясню. Да, безусловно, дом крутой, даже 2 гаража есть. Есть целых 12 комнат с 2 этажами, но при этом это удовольствие стоит 25 миллионов рублей с кварплатой 15 тысяч ежедневно. Да, этот дом я уже покупал, интерьер там неплохой, можете посмотреть, вот подсказочка на видео, достаточно интересно. Все же, если вы одиноки и если у вас не так уж и много денег, этот дом я вам покупать не советую. Недвижимость на Рублевке идеально подойдет для какой-нибудь семьи, но не для одного человека, это точно. Второе место в нашем рейтинге занимает обычная квартира в одной из панелек Арзамаса. Давайте расскажу поподробнее. Здесь есть куча свободных квартир, которые вы можете приобрести. Здесь квартиры имеют средний класс, 2 комнаты и все это удовольствие стоит практически 1 000 000 рублей, а именно 850 тысяч. С ежедневной кварплатой, как и в южном городе, 3000 рублей. При этом это все удовольствие находится прямо в центре сервера. Рядом есть вся возможная инфраструктура. Отдельный плюс, что неподалеку вы можете выкупить несколько гаражей, где сможете хранить свое авто. Ну и в нашем рейтинге побеждает недвижимость, которая находится в совсем новой локации на сервере, которую Black Rush добавили буквально несколько недель назад. Это небольшой поселок вблизи Арзамаса. Здесь находится много уникальных и красивых частных домов. Помимо красивых домов, здесь также очень красивое окружение. Видно, что ребята из Black Rush хорошо постарались. Здесь продаются дома средний класс,
часа стоимостью 5 миллионов рублей с ежедневной квартплатой в 7 тысяч рублей. Это вам не оверпрайс на Рублевке и не обычная квартира в Хрущевке. Вы просто посмотрите на эти заборчики, на эти елочки, на этот снег. Вот приходишь в этот поселок и сразу наступает новогоднее настроение. При этом некоторые дома также имеют свой гараж для вашего авто. Локация в новинку и пока не стала такой популярной среди игроков, но я уверен, рано или поздно здесь будет выкуплено абсолютно все на всех серверах. А что думаете по поводу этого рейтинга именно вы? Пишите об этом в комментариях, будет интересно узнать. Пишите в комментариях, есть ли у вас какая-нибудь недвижимость в КРМП Мобайл Блэк Раша и где она находится. Ну или что вы собираетесь приобрести. Обязательно ставьте лайк этому ролику, потому что если вы соберете на этом ролике более 50 лайков, я буду снимать про лучшие 5 машин низкого класса. Будет похожий рейтинг, то есть по цене качества и, соответственно, как вы можете их потом проапгрейдить. Ну а по традициям с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego!